Приветствую вас. В психологии существует такое понятие, как перенос. Вот в данном случае мне представляется ситуация именно такой. То есть это именно перенос на своего сына. Вы переносите какие-то вещи, какие-то свои чувства, какие-то свои, может быть, желания, незавершенные истории, незавершенные эмоции, может быть, вот, ну и так далее. То есть это вот такой момент. Мне кажется, что значит, тут механизм проекции играет очень важную роль. Вот. Кроме того, вы пишете, да, что это происходит вообще как бы абсолютно не по вашему желанию, да, это происходит как будто бы это происходит само собой, вот, хотя, конечно, понятно, что тут у этого есть причины, это понятно, да, вот, но тем не менее, история здесь, она вот такая. Поэтому причины, соответственно, таковы, да, причины таковы. Вот, что касается, теперь, что делать, да, то здесь, на мой взгляд, очень важно понять, что делать, чтобы что. То есть, вот вы хотите, что делать, чтобы что. Если вы хотите все изменить, да, если вы хотите, ну, если вы хотите, чтобы ситуация стала другой, вот, то в таком случае, конечно, нужно исследовать ваши отношения с сыном, то есть, когда он начал вас, к примеру, раздражать, да, то есть, это же, ведь, я более чем уверен, что это началось не сразу, я более чем уверен, что у этого есть какие-то, ну, предпосылки, да, вот, и так далее. То есть это вот то, что нужно исследовать, то, что необходимо исследовать вам, в первую очередь, ну, вам и психологу, которого вы, может быть, выберете себе для работы над данным вопросом, вот. Ага, вот, в принципе, Наверное, так можно вам ответить на ваш вопрос, который вы задаете. В целом, как бы очень мало информации, как сказал мой коллега, вот. Слишком мало информации, вот, и помочь вам на данный момент с таким количеством информации нереально, вот. Будет лучше, если вы поясните, конечно, вот эту вот историю, связанную с тем, что у нас раздражает, да, поисследуйте свои чувства, вот. Ну, поисследуйте их, ваши чувства, вот, значит, соответственно,
Такая история. Такая история. Вот, в принципе, то, что я могу вам сказать. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Желаю вам всего самого доброго и удачи вам.